And ready О, вы to из the Англии? Злой, злой. Oh. Yes. Злой. Этот ничего не говорил, нахуй, колбасы, депутаты. В пятницу уже, а он сейчас... А, что купить? Он так и не скинул. Я ему написал беседу, так, нахуй. Еще раз пишу. Блядь, молчит, скиньте код, плиз. Да-да-да. Что, как вы себя чувствуете? Хорошо. Нормально? Да, ты себя... Злой, ты стримишь? Да, я хочу постримить, не стримил. Ты уже запустил? Ром, добавь, ты друзья. То еще стрим? Куда? Партман. Ну, в Дискорде. Запустил? А, да, сейчас. Among Us! Ты уже запустил, да? Это он историю записывает? Я могу сказать или нет? Ты уже запустил? Жорик, блядь, ты, конечно, можешь все напиздеть, но я тебе говорю, улетать будешь далеко, нахуй. Нет, ты запустил, скажи, или нет уже? Да, ты сейчас карман размутится. Ай, блядь, желание такое, блядь. Братик, резюк. Блядь, хорошо, что у вас нету, блядь, традиции горячую картошку играть. Это что? Это один стример замучен, и вы друг за другом говорите слова одни, блядь. Прикольно, ребят, кому еще не скину? Так забанили братишкина, блядь. Нет, так забанили. Смотрите, вот так вы видите стрим, все. Ребят, если есть слот, то я зайду, если нет, то нет. Есть слот, братский, мне, камик, калик, камик. Я же тебе скину уже трижды, блядь. Кто, блядь, заходит, нахуй, никого. Камик, where you find my code? Боёвал, давай целоваться в игре. О, хорошая идея. Братик, давай. Я тебе проебала с хомячком. Камик, куда ты скинул? В Дискорд. Ериски, да? Тоже там? Макриски, поменять цвет, я хочу быть яма чёрной. Нет. Где тыкву с хомячком проебала? А, на мне. А я копчику тоже кидывать или нет? Ну, подожди, мне какую-то картинку же надо поставить. Если есть, то есть слот. Если нет, то вообще страшно. Не, я копчук, у нас есть слот. Да, прекрасно. Все, мне же надо какую-то картинку поставить, да? Я же забыл, блядь. Хомячки супер. Да-да-да, чтоб кот не полить. Так, ну давайте два человека оставить. Я вроде всем скину. Всем скину? Все, захожу. Не зашел злой и ой-ой-ой, блядь, я не ту фотку добавил. Ёбаный снич, там соски голые, блядь. Ёбаный кабанчик, блядь. Твои злой? Нет. Я батю своего добавлю. Короче, без картинки сегодня. Что такое? Осуждаю. Злой не понял, шутки самое главное. Мой батя. Что ты делаешь? Мой батя будет мне дефать сегодня. Жужо, это у тебя джойнт тайм рядом с тобой бежит, вот этот маленький. Кто? Да. Да. Капец, злой! Санёк. Все, готовы, ребята! Наконец-то мы собрались. Погнали! Парам парирам. Все здесь, Саня готов. Саня готов. Всем удачи. Всем удачи. Поехали. Всем удачи, давай. Я, кстати, буру рестлинг придумал. Подожди, уже, блядь? Я только ебало не успел прос... Чат, привет. Мы уже играем. О, предатель, иди. Чатик, привет, пацаны. Привет, братики мои. Привет, садненькие. Сори, подрубочка сегодня такая, нахуй. Бля, что-то интернет у меня падает, мне это что-то не нравится. Тихо. Оп. Пошла грязюка. Где нашли? О2, верх, блять. Боёво начинает. Это саморепорт, ёбаный. Нет, я еще делала О2 квест. Кто-то подошел. И потом я выхожу опять наверх, и Картман идет на меня. Я думаю, блять, а друг Картман, типа, трейтер. И сейчас кого-то убьет, и поэтому я пошла чекать вновь эту комнату. И он уже не только зубил? Труп Карпман. Нет, верхний О2. Я пытаюсь вспомнить, кто был мы первым. Мы, короче, бегали тут. Злой прибежал снизу. Короче, смотрите. Я был на там, где карточку камик, проводить. Камик, Макривский, Вишенка, мы кто, Юечка. Я Копчук. Среди нас нету двух трейтеров. Злого нет. Как это нету? А, ну да, в принципе. Раз, два. Блядь. Мы все вместе типа, бегали и началась. Один кил. Среди нас точно есть два трейтера. Так, еще раз скажи, кто нет, Камик. Камик, Макривский. Ты такие очевидные вещи говоришь, а еще что расскажешь? Не, просто я типа, я только проснулся, что-то не выкупаю. Мы все вместе бегали. Среди нас нету двух трейтеров, но один, я думаю, есть, затесался. Симпл, короче, а злой как реактор к нам прибежал загорелся, снизу. Ты откуда пришел? Если, смотрите, если боевал не саморепорт, алло, то это либо злой, либо Якобчук получается. А Симпл? А вы что, все вместе получается были, что ли?
Да. Мы были все вместе, мы на реакторе. Да, мы на реакторе. У вас есть сомнения, конечно же. Я за 5 секунд до того, как нашла труп, видела Симпла в администрации. Он сверху пришел. То есть мог и СО2 добежать, в принципе, в центр. Симпл здесь? Симпл, чего молчишь? Саня. Он сказал, я красный, если что, и ушел, походу. Что? У меня лагает сейчас или нет? Меня просто знаете, что-то, бля, битрейт прыгает. Не, ну мы обсудили, труп нашли, короче, строили. Меня лагает чат или нет? Ты оправдался, ты так классно ушел. Не лагает, нормально все? Вот это вот, среди нас есть два трейтера. Мы играем, бля, 10 человек. У меня что-то инет падает, пиздец. Вот это злой камень, бля, ебать нахуй инфа. Я почему-то нервничаю. У нас есть... Не нервничай, да, все нормально. Я не знаю, я что-то реально нервничаю, пиздец. Я когда на трейтере играю, тоже нервничаю, ёчка, нормально. Я чё, долбоёб? Это пизда в толпе. Это камик ёбнул, это камик ёбнул, я видел. Только что при мне, да. Это камик ёбнул. Я тоже видел. Это не я, красный. Это камик ёбнул. Стой, стой, стой. Камик ёбнул на электричестве, камик ёбнул. Это не я, блядь. Дядь, ты подошел прямо к этому, к вишенке, который выполнял задание, ёбнул её. Там, блядь, там мы вместе все стояли. Что за хуйня, блядь? Не-не-не-не. Ёбнул при мне, я не увидела кто. Это камик ёбнул. Либо Рома, либо камик. Мне казалось, что вишенка до конца дожила. Я знаю, что я красный. Я сказал первый, смотрите. Это камик ёбнул, потому что вниз кто-то ушел. Я хочу Дашу, Даша. Я Копчук, Юрченко, там одна из Дашу, что ты видела, Даша? Нету двух трейтеров, там один трейтер. Я, короче, пошла Wi-Fi чинить, и кто-то возле меня ёбнул кого-то. Там было три человека. Камик ёбнул вишенку. Я верю Роме. Ром. Я был с Копчуком, не знаю, что ты его назвал. Я был с ними, я видел ты там, я видел там вишню, камень. Я не буду с тобой уходить, потому что ты, блядь, на похуй ёбнул только что. Я подошел к ней, она выполняла задание, и ты уебал ее. Если бы у меня есть идея, у меня есть идея. Давайте так. Кто из вас сдохнет? Ну, на next round, кто из вас сдохнет, тот и того мы кикнем. Типа, у вас есть разномаст. Я у Камика проголосовала. Чего, потому блядь? Что Даша говорила, я не знаю, кто это, такой. Даша или Рома. Нет, я съела у Wi-Fi вообще. Так ты только что, ты только что говорила. Даша просто не посмотрела. Я говорю, я не смотрела, начинала нажимать. Дядя! Когда задание начиналось, что кого-то ёбнули. Ты постоял 2 секунды у левого задания на электричестве. Смотри, там ротор, блядь, соединить этот, блядь, соединить электричество. Там ты хуйня задание, ты потом подбежал и ёбнул сразу. Нет, я подбежал к другому заданию. Ты ёбнул сразу, камик, блядь. Рома без капли сомнения сразу сказал, что видел килл. Типа, это звучало правдоподобно. Бля, я эскипаю, мне похуй. Я мне просто не понял, что злой сказал, Даша думает, что... Ну не, типа, Даша говорила изначально, что, типа, это Макривский или камик, блядь. А потом говорит, а потом говорит, это камик. Ебать, а и переобувочная. Я не говорила, а потом, да, что это камик. Я сказала, ты сказала, а потом это злой. Пиздец, блядь. Пиздачок. Я говорю, я нажим... Сейчас, блядь, их выебу в соленованах. Всех, нахуй. Соленова выебу их всех сейчас. Подождем немножко. Бля, они парами бегают, это пиздец сложно. Это невозможно, блядь! Камик еще хуярит, блядь. Камик еще хуярит, блядь, этот нахуй. Задание, это пиздец. Нихуя сделать не могу.
Короче, это был злой, так что и тут даже нечем. Это был злой, я говорить. Видела, а кто сейчас в электричестве? Кто сейчас в электричестве? Я был? Отвечаю, это был злой. Я был. Короче, злой это дает килл камень. Не в электричестве, я была в номинации. Злой дает килл симпла и прыгает в винты около меня. Не, последний раз. Именно в конце. Я не вижу. Где ты в конце был? Где ты в конце раунда был? Я был, где надо менять эту хуйню, потому что на задание не работали. Да, там был. Крутить это, блядь. Я, по-моему, бил кого-то. Так я ее сделал, в смысле? Он симпла убил. Он убил симпла, я пошел на щиты, и он прыгает в винты. Я думаю, симпл трейдер бегал от него. Блядь, ну я только проснулся, блядь, я только проснулся, блядь. Ебать, вы себе нахуй меня убить хотите, наверное. Бля, ебать, без чисто все просто нахуя так ебашит. Блядь, я просто... Я так видал. Бесславные суки. Блядь, я только проснулся, идите нахуй. Злой, блядь. Злой, это такой нахуй кадр, блядь. Блядь, они вообще... У нас есть два убийцы. А Влад, у меня 10 человек. Я только проснулся, дядь. Средняя арифметическая 0.25, блядь. Я в шоке, блядь. Блядь, меня кинуло, я за тобой бежал. Я бегу за тобой. Я же там моргнул, в чат посмотрел, поворачиваюсь, у тебя нет, стоит рядом злой. Я думаю, бля, надо съебываться, и он меня ебашит, понимаешь? Камень, Юля, там, Юля там, тоже думала, что я черный. Я черный. Да, да, бля, пацаны. А я за Камик. Тобой говорю, не убегай, мы же двери закрыли. Камик, извини, брат, я только проснулся. Я думал, ты нормально. Типа закрыл двери, чтобы меня чпокнуть. Не, я бы сразу смотри, я черный. Все, всем удачи. Бля, ну просто, типа, я понимаю, что немножечко по-глупому сделал, но суть не в том, блядь, суть в том, что я, типа, только проснулся. Арину Гинску не посилил, где ты вывеску у него взял? Скоро ролик выйдет, вы увидите, типа, где я взял вывеску. Блядь, сука, свет полутушили, грязюки, блядь, ебаный снич, блядь, бегим, бегим. А свет нормально. Все, можно дальше делать квесты себе чисто, блядь. Че, дед, дай до Камику, блядь, ну, типа, можно... Можно, это типа... Пиздец. Труп где? Короче, труп лежал в этот, где камеры. Короче, я рассказываю. Я прибегаю, получается, первым. Можно написать, с кем играем? Два трупа. Да, я прибегаю, получается, первым, потому что у меня был квест в этом, с электричеством связан, где коробки вот это главное, внизу. По итогу я прибегаю, смотрю. Я уверен, что там лежал труп, потому что процент начал запыняться электричество, поэтому там никого нет, я захожу, обсматриваю, получается, он запрыгнул в винты в электричестве, выпрыгнул их, получается, в секьюрити, убил того, кто стоял в секьюрити. Но я не знаю, кто это, поэтому, блядь, я не понимаю. А кто пробегала... чинил свет? Я чинила свет, я бежала, как был раз таки, я пробежала, да, я стояла с Юечкой, она стояла рядом да, со мной, да, да. Я побежала я была... на задание, и я, кстати, до этого бежала, но я не заглядывала, на камерах, да, убили или где? Да, кстати, на камерах, секьюрити. Я просто пробежала вниз, потому что было очень темно, и забегала мне... там одна. Этот, мне не понравилось, как то, что Боёва сказала, о, два трупа. Ну, мне показалось, прошло секунд 15. Я была на камерах, я была на камерах. Это стиль Боёвы, она ебашит пиздец, типы, осыряйтесь. Я двоих смела, да. Я была на камере, там был фиолетовый. Она грязюка еще та, бля. Она не с виду миленькая, а... Хорошо, а кто в левой части был? А кто в левой части? Меня слышно. Да, Дашенька. Я говорю, я была на камерах, там был фиолетовый человечек. Еще. Какой? Якубович? На камерах? Да. Якубович был. Там был фиолетовый чел на камерах. Так он остался живой, но на камерах труп. Я копчу, да? Да. Ну, да. Стоял, убил его, убежал. Ну давайте кто-то секунду. Ну, давайте Копчу в рот дадим тогда. А, мне показалось то, что это максимально тупой байт был, типа убить на электричестве, прыгнуть в винты и выпрыгнуть из секьюрити, убить там. Ну ничего, это такой байт. Куда вы голосуете? Ну да, да. Скипаем. Один. Опа. А Викопчук топил. Вы сказали Викопчук, что топить, нет? Красный. А теперь заметик-то кидал. Мне кажется, я его там видел. Да, заметик-то кидал. Не, вы побегайте, побегайте с ним, побегайте, побегайте с ним, побегайте. Блять, типа, по желанию модераторов, желательно, чтобы сейчас в чат никто не писал, кто это такой. Если модеры, вы будете видеть, что кто-то сливает инфу, можете просто закрывать на сапчат или удалять сообщение, потому что некрасивая такая хуйня. Не хочется, как бы, лицезреть то, что кто-то сливает information, and please watching to chat. Короче, пацаны, Боёвл странно ведет себя. Блядь, только это... Но мы были все вместе. Перед нами. Подожди, перед нами ёбнули. А, Юлю, я не успел зарепортить. Я говорю. Мы забежали все вместе, кто с... А кто у кого, еще, у кого ебальник какой-то странный, на голове какая-то хуйня, чел делал квесты,
Блять, я тебе говорю, а чел то... стоял, делал квест, черненький, Жожо, это Жожо, блядь, слышишь? Стой, подожди, скажи, почему? Подожди, ты файлы перекидываешь. Это саморепорт был? У меня не файл, у меня была хуйня с этим, блядь, провода у меня были, алло. Эй, пиздобол, ты где стоял? Едван, я стоял в ходе в администратор. Во-первых, там нету проводов, там файлы перекидываются, это один, во-вторых... Там есть провода, вход в администратор, там провода есть. Ты был последний, ты был последний. Дед, ты меня ёбнуть сейчас хотел или что? Чуть, понятно. Нет, стой. Понятно, Жорик, получается, блядь, нахуй, мы в две разные игры играем или я что, блядь, я просто не дядь, мы не играем в две разные игры, просто я ты последний сказать, стоял на входе. Я тебе могу сказать, бля, что я мне делал, кажется, блядь. Короче, он репортнул... Не-не-не, нас дохуя было. Смотрите, сам репортнул, кто-то... Блядь, потому что Ючка сказал, что подождите, он на спине стоял, а я увидел подождите, труп. Подождите, я видел, как, блядь, убили человека на секьюрити. Он лежал прямо там, из-за камеры. Камерам, поэтому он сказал, что увидел, и он репортнул. Утопил, блядь. Сколько вас было, когда вы были вместе? Я боёвый. Подожди, мы стоим вниз, перед нами закрываются двери. Там стояла Ючка, я боёвал, с нами был Жожо. И ещё кто-то, я не помню, мы где я с вами был? Я с вами в соло, я в соло раунд бегал. Ну все, понятно, кто! Давайте Жорика нахуй! Да, это очевидно. Давайте, стойте, я свое просто предположение выкину. Мне кажется, что это Картман, типа. Я просто свое предположение. Блять, посмотрим, я уверен, что это Картман. Потому что Картман... Не, просто вы вкидываете в меня, при этом... Вы вкидываете в меня, просто Картман также бегал один, и типа он сейчас смеется, пытается окрасить себя. Не, мы его тоже сейчас разномастом ебем нахуй. Я типа... Типа я фул красный кент, я готов в ротике быстро. Да, это у него этот чупчик был ебучий, блядь. Я просто это 80 думаю, что это чупчик. Он. Чупчик. Я чисто многодетная мать, блядь, два кентика. Два малыша у меня, блядь. Не дай бог мне так кто сейчас выебит, блядь. У меня ребята, у меня дети, блядь. Мне нельзя. Мне нельзя хуярить, у меня дети на мне, блядь, как бы, как минимум. Мы сейчас бежим быстро деактивировать реактор, и я на реакторе нахожу труп. Чекайте. Вишенка за мной бежит. Смотрите, ебать, вишенка, я копчу. На реакторе трупа нет. Деактивируем. Все, есть. Вишенка, я копчу были. Вишенка, я копчу. Я стою сюда, делаю вот этот самый уебанский квест, который только есть. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И последнее. А, боевал пиздоболка. Понятно. Блять, я так пиздоболка. И знал, она... Я так и... Я на первом же ходу говорил, что это пися. Блять, говорил. Нет, просто она подлезалась, блять, к зому, который квесты не знает. И сказала, да, там нет этой хуйни, поэтому... Хватина! Я вначале стою на камере. Послушайте. Вначале стою на камере, вижу, как Камик убивает Макривского. Я думаю, я выключаю камеру. Включаю еще раз, хочу нажать репорт. И меня просто ебашит Юля. Я тебе говорю, она хорошо играет, её надо страхать. А я вижу, камера работает, думаю, надо ёбнуть пойти. Блять, злой, там есть эти, понял, провода? Жоря, я знаю, ты был третьим трейтером. Пизда. Пиздаболище, ёбаный. Не, нормально. У меня весь скин чёрный, я год. У меня ракет, я год. И Юля на черном говорит, ну же черный, это очевидно. Блять, я говорил в первом раунде, что это она, блять. Я больше ей не верил, и пизда вообще. Она просто со мной стояла. Нажимайте их на кнопку, кикайте ее нахуй. Не, ну серьезно, блять. Крис Вейв. Слот есть? Пока нету, Крис. Привет, крошка. Как дела? У тебя чё не пишешь? Это Симпл. Неплохо. Подожди, что? Чего, блядь? Третий, да, я скажу. Ты сейчас. Ну давай, что ты сейчас делал секунд 5 назад? Только что я листья убирал на О2. У меня было задание. У меня игра зависла опять, я не могу. Ты выбегаешь. Да, тебе скажу. Смотрю, ты выбегаешь с комнаты. Я зашел проверить, никого ли там нету. И пошел вниз. Либо это ты сделала саморепорт, и опять ты попалась в мафию, либо кто-то до нас был там и убил. А злой уже проголосовал. Я не могу голосовать, у меня нету, у меня только скип-воты, блядь! Короче, я навигации сделал один квест, хочу вернуться обратно в общий зал, смотрю, Симпл на меня бежит. Захожу во два чекнуть, есть ли трупы, поднимаюсь на вооружейную, и там, где ломают метеориты, есть труп фиолетового. Мне трейтеры спиздили экран. Больше а я никого ты, блядь, не видела. А как ты, хотела вернуться в общий зал и при этом видела метеориты? Через оружейную, через верх подняться. Не знаю, ребят, а нахуй тебе общий зал. Как-то не уверен. Ну там. Короче, типа, не уверена, мне боевал опять короче, нравится и трахать. Слушайте меня. Либо давайте это саморепорт,
Ну, я думаю, это сам репорт. Блять, кихните боевал, блядь! Смотрите, окей, кикайте меня. Нет, я верю, Саня тогда. Кикайте меня, потом убираем ее. Если не, так. Как так там? Хоть ты вначале пиздел то, что это симпл, прям в открытую играю, это симпл. Ну, я больше никого не видела, и он оттуда побегает. Мне не нравится боевал. Я сейчас бегаю с ней вместе, слышите? Если кого-то из нас убьют, то убирайте другого. Только бегай реально с ней, а то, блядь, я знаю, как типа бегают 5 секунд. Я была с Камиком и пошли в сторону реакта. Я был с Якубовичем на медике, Якубович красный. Я была с Камиком. Якубович красный. А я был с Юечкой. Алло, ты со мной был, пиздюк! Ну, с тобой потом я пошел с Юечкой побежал. Лишенка заебись, Бойвел вылетела, блядь, с двух ног. Ну, с тобой потом мы ушли с Юечкой, и все. Охуеть, меня телепортировал. Короче, странная хуета, это когда вот кто-то делает квест, его могут ёбнуть в толпе прямо сейчас, и ты типа этого не увидишь, потому что у тебя экран закрыт квестом. Симпл, Юечка, Вишенка, Камик. Вишенка стоит не у задания, ну типа это очень фулл странич, но мы бегаем все пока что. Сейчас если кого-то ёбнут, Камик на камерах, Симпл тут. Типа, мне просто квест сделать. Я могу тоже стать на камере, блядь. Постоять. Да ебаный в рот. Да, я почему-то думал, что это... А, но два трупа, это не симпл. Блядь, мне Картман не нравится. Картмана не было с нами. Картмана не было. Возле электричества. Картмана не было с нами, кстати. Слышишь, злой, он был, знаешь, где? Он был с нами на электричестве, потом мы побежали все вместе налево наверх, и я уже не помню, куда, где он был. Но я не видел Картмана. Артур, где труп нашел? Возле электричества. Мы там были только что. Возле входа электричества. Я сделал... Смотрите. Я сделал все задания свои справа. Бегу в электричество, там труп, я репорчу все. Блин, нас там очень много было. Ну, все вышли оттуда. Со мной добежала Юечка, со мной побежал злой. Тут еще было. Мне Картман не нравится, потому что он с нами не бегал. Я не хочу его окраснять, но Камик, по-моему, бежал тоже. Он бежал, все, я вспомнил, он бежал. Тогда мы все были, а где был Картман? Злой. Я делал задание, что тебе... Картман реально хил. Я реально вспомнила, он это может быть саморепорт просто. Ну, типа, я чувствую прям, он когда на него душишь, он начинает пищать, как девка, блядь. Все, Картман, давай. Типа, пиздец. Давай. Кого? Ну, я реально Артура не видел, когда мы налево побежали. Да, все, я черный, да, я не хожу с вами, я черный. Вы правильно все сделали, ставьте меня, все, молодцы. Да, давай. На, дед, держи. У меня же вся кика хорошо. Спасибо, ребят, удачи. Так, давай. Дед, третий раз подряд. Блядь, у меня... Битрейт красный, я не понимаю, в чем причина. Мне интернетом все норм. Это Даша прихрустывает. Ну, блядь, ну типа, я не знаю, кто еще может быть. Типа, мне просто. Ну, задание очень медленно выполняется, пиздец. У нас, блядь, уже полкоманды, нет, задание еще не готово. Я ебал. Типа, тут даже надо не на задание играть, а больше, типа. Вот смотрите, кто с нами. Вишенка, Симпл, Камик, Юечка. Вишенка, Симпл, Камик, Юечка. Боевал нету. Но я чувствую, что Камик не трейдер. Уёбище, блядь. Уёбище, блядь! Вы чё, рофлите? Это Камик. Если в навигации труп, то это Камик. Короче, я забегаю и вообще не вижу труп, у меня сгорает репорт, я нажимаю. А где желтый, вообще? Желтый. Короче, я... Вишенка, откуда ты прибежал? Ты сверху прибежал? Я со влой, подожди. Можно я скажу за репорт? Я на навигации квестов, я вниз на щиты побежал. Короче, мы с центра карты сначала побежали налево, там была Юечка и Камик. Рассказываю. Это не я, потом мы подожди, рассказываю. Мы побежали, да, не обвиняю, в правую сторону. У меня было задание вооруженное. Он третий раз трейдер, пиздец. Около меня бегал злой, он побежал вниз. И мы забегаем с Юечкой еще с кем-то в... С Симплом. Да, ну, и там, короче, лежит этот злой труп. Я меня Авла видела.
Ну там, где, короче, нужно навигационное, там, где, короче, такую, блядь, ракету надо ее перемещать по стрелочкам. Навигационное это называется. Я об этом, короче, я стою на камерах. Стоп. Очереди, я стою давай. На камерах и смотрю, как злой и камик вдвоем забегают на навигационную. И я понимаю, что сейчас что будет, и через низ 5000, прошла и в ту сторону, камик как раз убегает оттуда ко мне на щиты. Может, и Аня находит... Okay. Ну, я видела на камерах, что ты навигационную заходишь.